Опа! Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Приступим к самому видеоролику. Вот этому. Нахуй на голову-то показал, что дурак, что ли? Нет. Ребят, на днях я сделал вот такой вот пост у себя на странице. Нужен аккаунт подписчика. Кому не жалко, жду в личке. И да, я вижу, что какой-то челик скинул свой аккаунт прямо в комментарии. Буквально за пару часов мне прилетело около сотни аккаунтов. Ну и, собственно, все эти аккаунты я решил забанить. Ладно, конечно же, это шутка. Я выбрал два аккаунта, и сегодня я вам покажу, что я с ними сделаю. Что не забудьте, пожалуйста, сделаешь? Поставить лайк под это видео и подписаться. Первый на сегодня аккаунт — это аккаунт вот этого парня по имени Пётр. Я у него здесь спросил, Волтер Скриллекс. Какой у него левел на аккаунте, сколько денег. Да понятно, зачем ты это говоришь? Зачем? Ну мы поняли. Я понял, нужно до 8 минут, ты перетянул ты до 9. Вот если это вырезать, было бы получше. 29 левел и 15 тысяч вирт. Это аккаунт, очень мало. Как вы поняли, мне подошел, потому что для я чего? Искал именно те, на которых нету денег. Ну а то, что у него почти 30-й левел, это в принципе разницы никакой не имеет. Просто один левел на аккаунте, он вообще никакой роли не играет. Волкер Скриллекс. Заходим. Так, и первое, что мы видим, это то, что у нас какая-то странная загрузка, как будто этот аккаунт забанили. Либо это просто в лаунчере опять что-то обновили, и теперь подключаться придется дольше. Блин. Ну, понятно. Так, собственно, сразу видим, что мы находимся на респе в Лас-Вентурасе, то есть у нас левел, как бы, да, высокий. 29-й левел, номер телефона, кстати, очень интересный. Офигеть, такой. Ну крутой, и да. Больше, в принципе, вообще ничего нет. Семья Скриллекс. Кстати, это его семья, интересно? Нет. Посмотрим, что в инвентаре. Ну, тут тоже какой-то блинчик или что-то пельмень. А, праздничный торт. Сразу хочу сказать, что я думаю, что этот парень написал мне просто по приколу и отправил свой такой ненужный аккаунт. Возможно, у него есть аккаунт покруче, возможно, на другом сервере даже. Но я думаю, что после этого видео он будет играть на этом аккаунте 100%. Он не будет играть, потому что все, ты забанен, передан, продан, взломан. Сейчас, ребят, я захожу на Аризону со своего телефона. И, как вы видите, я зашел на свою основу. Это, наверное, будет мой первый летсплей по Samp Mobile. По Samp Mobile. Так, сейчас мне первым делом нужно зайти под админку. Я вроде как вообще ни разу не играл под админкой с телефона. Как мы видим, я тпхнулся с телефона к этому челику. И отлично. Я сейчас буду заниматься, наверное, самым настоящим мультиаккаунтом. То есть, как вы понимаете, я сейчас с помощью телефона, с помощью своей основы, буду прокачивать этот аккаунт вот этого вот челика. Так, для начала мне бы необходимо перевести вообще реферальные монеты, чтобы их перекинуть этому волкеру. Все, как видите, АЗ-шки мне прилетели. Ну и сейчас можно, в принципе, ну, круто, да. их как-нибудь разделить. Как? 750 мы потратим на деньги. Получим, кстати Отлично. Говоря, 10 миллионов. Ну это мало, мало. Я сейчас заметил, что этого парня нету даже лицензии. Поэтому, скорее на всего, что? Я, на наверное, что? Был прав, что этот парень просто забросил этот аккаунт. Поэтому придется, наверное, купить еще и весь пакет лицензий на целый год. Офигеть. И я думаю, что сейчас можно посмотреть какой-нибудь аукцион. Например, вот 338 дом, он закончится аукцион через 10 минут. Давайте до него доедем, и если давай, он будет давай. Хорошим, то его себе возьмем. Так, а что у нас по скорости вообще? Чего мы так едем? Чего? Один из 100? Навык вождения? Чё? Так, давайте ему навык вождения тоже поправим за 50 АЗ-шек, чтобы... Так купил бы вечный карскил. Вечный карскил, пацаны, все покупайте. Ездить. Так, а я уже вижу этот домик, и, скорее всего, не, мы его не будем с вами... Такое чувство, что подставной какой-то чел. То есть, если это единственный аккаунт, который тут будет, но это так просто, я не знаю, ужас. Миллион он целый подставной стоит. Чел. Вот этот вот трейлерчик, да, такое... 421 закончится через 14 минут. Это у нас тоже трейлер, и что-то как-то трейлеры сейчас, блин, вообще нормальненько продают. Но вот этот домик, я думаю, что будет прям вообще как раз. Хоть и стоит он 16 000. 600 АЗ еще переведем в верты, и все, получим 18 лямов у нас всего. Получается. Блин, что вот получается? Я даже не знаю, стоит ли покупать этот дом, потому что у нас останется какой? Всего 1 миллион.
И все. Ну ладно. Ладно, давайте купим за 17 кк, сделаем ставку и поедем искать какую-нибудь машинку за миллион. Я, ребят, решил в итоге добавить еще на этот аккаунт немножко АЗ-шек, потому что просто купить обычный дом и дешевую машину — это будет такое себе. Поэтому в офлайне я перекидываю этому волкеру еще 3000 АЗ-шек, на которые мы с вами сможем купить ему уже випку и какую-нибудь машинку поинтереснее. Все, отлично, нам прилетели АЗ-шки, и давайте купим прежде всего випку. Конечно, к сожалению, на премиум нам не хватит, поэтому, ну, конечно, премиум там много стоит. Титанку. Обмен. Остается у на нас что, 1000 азе-коинов, и можем их, в принципе, сейчас перевести просто в денежки. И вот уже на них мы с вами сможем купить какую-нибудь тачку. Прям давай, очень давай. Неплохую. Блин, посмотрите. То есть, ну это просто вот это вот летсплей бомжа просто в новой обертке или что, я не понимаю. За одну поездку у меня снимается денег. Уже 69 тысяч я потратил на то, чтобы доехать 500. Просто до автобазара. Удачи. Так, у нас есть 14 миллионов, и я предлагаю купить какую-нибудь, конечно, 14600, я бы сказал, машинку. Ну, потому что нам не хватит ни на какие там дорогие, например, на Мерседесы. Наверное, Mercedes. Самый идеальный вариант — это вот эта Super GT Lounge. GT, она GT, стоит, брат, 6 миллионов всего лишь, и я думаю, что это вообще прям прекрасно подойдет. Все, машинку мы купили. Че, не мой транспорт? Все, машина у нас есть, осталось дождаться ставки за дом, и плюс еще у него на аккаунте останется 8 миллионов. У кого у него? Ну и плюс мы взяли с вами випку, и вот это, я думаю, что, наверное, самая крутая покупка. Ну да, да, блять, конечно. Так что все, на этом аккаунте нам больше делать нечего. Не подставной и... все-таки, да, следующий думаю, будет. Что можно с него успешно выходить. Ну и, конечно, по-моему, он эту вот идею вертеечу украл. Следующий аккаунт мне скинул Андрей, и зовут его Вильям Виттерс. Он мне... Блять, а разве можно аккаунты передавать? Это ж нельзя. Делать, еще не банят здесь, людей. Получается, написал, что почта не привязана, так что подтверждать ничего не надо. Но только после этого, ребят, его, пожалуйста, не взламывайте. Давайте ему также перекинем 5000 АЗ-шек. Кстати, смотрите, мне уже печатает Петр, который Петр. Волкер. Но его сообщение мы Скриллекс. Посмотрим позже, когда прокачаем вот этот аккаунт. Это всего лишь 4-й левел и... Ну, как вы понимаете, у него вообще абсолютно ничего нет на аккаунте. Есть вот такой вот, кстати говоря, скин, мой любимый, с вот этой вот маской. Первым делом, конечно же, покупаем титановую випку, для того, чтобы все сразу аккаунт был так забущен. 1000 АЗ-шек обмениваем на верты, получаем 13,5 миллионов. Неплохо. Давайте так же, как и тому парню, купим лицензии на 1 год за 600 доната. Блин, это, конечно, очень много. Но я думаю, что можно ему прокачать еще и уровень, потому что 4-й, ну согласитесь, это очень мало. Давай. Я кикнул. Спасибо, спасибо большое. Пожалуйста. Давайте, пожалуй, купим XP. Это за то, что ты маме жаловался. Штук 250. Я так думаю, что будет у нас примерно 10-й уровень. А, ну кстати, почти 11-й левел. Но он указал, блин, Дапа как реферала. Ты что, офигел? Промокод хэштег Данте. Все, все правильно. Думаю, что сейчас дом покупать нету смысла, потому что они все какие-то дорогие там остались на аукционе. У этого Вильяма остается... Так это он чисто вот все вот так, знаете, промокоды накручивает. Еще 650 АЗ-шек, и я думаю, что он с ними сам может справиться. Мы ему сейчас купим какую-нибудь машинку, чтобы он смог куда-нибудь, ну, добираться. Конечно. И куда, все, например? Он сможет тратить свои оставшиеся деньги сам. Какие? И здесь, смотрите, продают Супер ГТ за 20 миллионов, хотя минут 10 назад мы покупали ее за 6. О, давайте возьмем Инфернус. Все, 15. Я купил Инфернус, я купил, ну, знаете, так вот это. 15 миллионов. Ровно. Все, Инфернус мы купили, остается у него 100 тысяч. И, кстати, возможно, что когда он зайдет в игру, увидит 100 тысяч всего лишь, он подумает, что я вообще ничего с этим аккаунтом, ну, не обманул сделал. Ты его, поэтому, да, я все-таки думаю, что надо будет ему как-то намекнуть. Типа, посмотри там машинки, посмотри статистику и так далее. Все, я припарковал Инфернус прямо вот здесь, вот около ЖДСФ, и все, этот Ты Вильямс... дебил, блядь, ему ж налог будет капать. Может зайти в игру. Гений, блядь, вот когда в игру зайдет, у него все, блядь, Инфернус летит из-за налога. Сразу увидит вот этот вот прекрасный, разбитый немножко Инфернус. Ну и сможет спокойненько играть на своем уже, можно сказать, новом аккаунте. О, нормально ты мне там накупил. Я очень рад. Ну что, ребят, как-то так... С точкой.
Видимо, не очень рад. Получилось, что уже два видео подряд я просто прокачиваю аккаунты игрокам. Сегодня я делал это специально, заходил на аккаунты подписчиков и прокачивал их. Ну а в прошлом видео вы сами помните, как у меня пропали, можно сказать, 100 миллионов. Пожалуйста, напишите в комментарии, стоит ли мне продолжать такие видосы, стоит ли мне прокачивать аккаунты игрокам. Конечно, не каждое видео подряд это делать, как сейчас у меня получается, но хотя бы иногда. Ну и, конечно же, поставьте лайк под это видео, я вам буду очень сильно благодарен. Сидит он там, блядь. А если вы еще и подпишетесь на мой канал, то я вообще, ну, я не знаю. Но это будет реально, реально круто. Понял. Ребят. Но это не смешно было. Так вот, ребята, Arizona Rule Play Phoenix, IP в описании. Заходите, там же мой промокод NoToxic54. Всем пока.